Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. А не думали ли вы сыграть против человека в Сёгун 2 Total War? Может быть и думали, но как-то все вот как-то вот оно стрёмненько, как-то вот непонятно, что там делать, и как-то вот не хочется ударить в грязь лицом, может быть, а может быть напрягает, что нужно с кем-то договариваться и так далее, и так далее. И вот вообще всякое такое беспокойство, и все никак не решитесь. Ну, подумывали, да? Так вот, чтобы создать нормальную площадку по мультиплееру, чтобы создать дружественную атмосферу, чтобы, так сказать, никого не уличать в том, что он не участвует в турнирах или еще в чем-то таком, была создана площадка моим хорошим другом, модератором канала Легионером. Он решил заморочиться, потратить свое время, создать Discord, создать вообще концепцию всего этого дела и готов понянчиться с ребятами, которые будут приходить к нему в Discord, к нему на его YouTube-канал и участвовать в каких-то сражениях чисто для удовольствия, для фана, без выпендрежа, без всяких там мега-турниров и всего такого. То есть просто пришли, просто поразвлекались. И подробнее об этом вам расскажет сам Легионер. Пожалуйста, пройдите по ссылке в описании, посмотрите. Ролики коротенькие на самом деле. Он расскажет вам много такого, о чем вы даже не догадывались. Потому что мультиплеер в Сёгуне 2 намного шире, чем обычная игра. Это не просто кастомные сражения. Там много всего интересного, много достаточно необычного контента, и не зря Сёгун 2 во всем мире признан лучшим тоталваром в плане мультиплеера. Пожалуйста, пройдите по ссылке. Это не реклама, я вам просто это рекомендую. Всем пока, лайк, подписка, все дела.